Здравствуйте, вы говорите по-русски? Можно вас спросить? Что именно? Мы снимаем на YouTube-канал, извините. Просто обычные вопросы. Почему вы пришли сюда? Почему для вас это важно? Не, не надо. А вы из России? Да. Давно переехали? Месяц назад. Даже интересно, как думаете, это много людей сюда пришло или... Просто мне кажется, что мало. Не, мы не... Хорошо. Всего доброго. Здравствуйте. Говорите по-русски. Можно вас спросить, почему вы сегодня здесь? Почему для вас это важно сегодня? Оказаться здесь. Что я могу еще сделать сейчас, вот сегодня? Я могу прийти к людям, которые, я понимаю, что меня понимают. Потому что не все мои друзья могут это сделать, потому что они в других странах. Точнее, в другой стране. Которые они не могут это сделать. Из-за того, что они в другой стране или они придерживаются другого мнения? Они не придерживаются другого мнения. Моя мама сейчас просто мне рассказывает, что вокруг нее происходит. И единственное, что я могу сделать, чтобы ее поддержать сейчас, прислать ей фотографию отсюда и сказать: мама, все будет хорошо, как минимум я тебя оттуда заберу. Как минимум. Мама в России еще? Да. И она не поддерживает войну? Нет, нет. Ну, это хорошо, что, конечно, нет, потому нет, что многие... Я понимаю, я имею в виду, конечно, нет, она не пойдет, потому что это моя мама, я ее хорошо знаю, и от ее точки зрения мне очень сложно себе представить, что чьи-то мамы не так себя ведут, но моя мама просто ее задержались в какой-то момент на митинге, и через день после этого к ней пришли с погромом домой, и все изрисовали буквами Z и подожгли книги. Я не знаю, связаны ли эти два события, слил ли кто-то ее данные, но... Куда, уже... домой пришли? Да, она живет за городом, разгромили ей дом, и... как сказать? Нет, она не поддерживает. Офигеть. Совсем. А вы здесь давно? В Сербии? 3 месяца. Что скажете насчет отношений здесь вообще у сербов, у местного населения? У меня это вызывает смешанные чувства. Я не могу говорить за отношения всех, потому что статистика всегда является большим допущением. Но, понятное дело, вызывает смущение одинаковое и слова сербы и русские братья, потому что не знают, что за этим последует. Я понимаю, что войну в целом не поддерживает никто, но Путина поддерживают многие. Это вызывает супер, как бы, хорошо, что вы против войны, но точно так же я не считаю себя вправе на прошлом митинге, когда в какой-то момент были Путину хуйло и тра-та-та, в какой-то момент начали кричать: «Россия без Путина, Сербия без Вучича». Это, я не знаю про Вучича достаточно, чтобы иметь право говорить про политику другой страны. Меня не производит он такого адского впечатления. В этот момент я стараюсь сделать полшага назад. Я знаю, против чего я, но если я в чем-то недостаточно разбираюсь, я стараюсь в этом разобраться. Пока что у меня... На акциях ранее вылез, да, здесь? А что, как они проходили? Примерно такое же количество людей было или больше-меньше? Было больше людей, сильно больше людей, потому что сегодня такой день не такой, как когда митинг, условно говоря, в поддержку Украины, он понятнее для... Ну, он понятнее, я думаю. И моя очень близкая подруга из Украины, она тоже приехала сюда и тоже здесь пока что будет. Она не могла поверить, что она приехала из Москвы, и она не могла поверить, что можно перекрыть центральную улицу, и можно идти вместе с флагом, и ради себя перекроют улицу, и можно прийти к российскому посольству и сказать то, что ты думаешь. Она была в шоке, мне кажется. Никакой опасности, никто не да, забьет. Мой маленький сын, он сказал: мама, здесь полиция, это опасно, потому что он ходил со мной в России на все протесты, и там это... Несмотря на то, что я никогда не говорила ему: ой, полиция, давай сольемся, но он это чувствовал, потому что мы обходили как-то все это. Но здесь он увидел, говорит: мама, полиция! Я говорю: сын, нормально, это нормальная полиция, они следят, чтобы у нас не переехала машина. И он мне в этот момент, мне самой захотелось плакать, я подумала: блин, так можно сказать. И радостно, и супер горько. Такое.
А в Сербии 3 месяца, да, говорите? Да. Как здесь, в принципе, вам находиться? Нравится, не нравится? Мне, наверное, сейчас нигде не нравится находиться, потому что, ну, это... Сербия прекрасная, дешевая клубника, замечательная погода. А я просто не спросил, откуда вы? Я из Москвы. А, из Москвы. И не дело, дело не в том, что я хочу в Москву или хочу в прошлую жизнь. Дело в том, что то, что внутри, оно... Где бы я ни находилась, оно внутри. И то, что происходит... Понятное дело, что сложно найти человека из России, у которого не было бы, как у меня, бабушки из Станбаса, другой бабушки еврейки, и вот живи с этим как хочешь и делай, что знаешь. Ого! Спасибо большое. Пожалуйста.